Выпускные балы состоялись на этой неделе в Ленёвских детских садах. На самом трогательном, долгожданном празднике мы побывали в детском саду «Жаворонок». Последние годы в детском саду проходят для детворы в мечтах о школе. В садике они самые старшие, умные. Большинство из них посещало подготовительный школьный класс. Вот и дождались ребята. Больше они не малыши. Выпускной бал в детском саду – событие, запоминающееся на всю жизнь. Виновники торжества чувствуют себя настоящими героями. Все в этот день происходит для них и ради них. Гости, поздравления, ласковые слова, воздушные шарики, красивые наряды, а потом вкусные угощения. Вот бы каждый день так. Мы за бабой и сестры, мы растем, потом в школу придем. Малыши, пришедшие поздравить выпускников, растрогали всех, особенно родителей. Глядя на них, они вспоминали своих ребятишек в этом возрасте. Кажется, это было совсем недавно. А сейчас вот, уже почти школьники, дарят свои игрушки младшим. Проходит все, и мне немного жаль, что детство закрывается страница. Все впереди, но только детский сад нам больше никогда не возвратится. Слышишь, тревожные души? Выпускники, конечно, самые старшие в детском саду, но все же дети. Их любимое занятие по-прежнему игра. Я пришла, чтобы испортить ваше настроение. Обещаете учиться на 4 на 5? Да. Но придется вам, ребятки, двойки-тройки получать. Вы обидели меня? А там еще я вам вспомна. Скажи. Одни четверки-пятерки знаю только я. Одна. Скажи, в чем твоя обида? На кого ты так сердита? Наша в чем, скажи, вина? Вы обидели меня? Обо мне совсем забыли, к себе не пригласили. А я тонкая натура. Музыку люблю, цветы. А лицо мое фигура, вон там конкурс красоты. Танцевать я обожаю. Танго, твист, ламбаду, вальс. Если есть партнер достойный, станцевать могу для вас. Свою готовность к школе ребята подтвердили, решив все задачки, задаваемые бабой-ягой. Родители, кстати, тоже не подвели. В правильности домашних заданий дети сомневаться не будут. Сейчас я хочу проверить родителей. В школе очень сложные задачки задают. В корзине 4 яблока. Разделите их между 4 детьми так, чтобы каждый ребенок получил по яблоку. И одно яблоко осталось в корзине. Пожалуйста.
одно яблоко. Правильно, да что-то будет. На груши росло 10 груш, а на Иве на 2 груши меньше. Сколько росло на Иве? Как это? Почему это? Вот все знают. За школьные парты ребятишки сядут 1 сентября, а впереди целое лето, 3 месяца беспечности. С трудом верится родителям, что осенью они уже не приведут своего ребенка в ставшую родную группу, не спросят вечером у воспитателя, как успехи их любимого чада. Придется отвыкать от тех людей, которые на протяжении нескольких лет в дневные часы заменяли малышам маму, от тех, кто обеспечивал в саду их комфорт, уют и условия для всестороннего развития. Всем сотрудникам сада выпускники и их родители говорят спасибо. У заведующей нашей больше забот. Как приходит на работу, так пошел круговорот. Заболела в группе няня, нужно кем-то заменить. И, конечно же, обнову для детсада закупить. И спасибо ей большое, всем нам хочется сказать. Анна Николаевна, в начальной школе вас нам будет не хватать. В нашей группе каждый знает, методистам трудно быть. Это значит, очень-очень надо всех детей любить. Целый день наш методист за компьютером сидит, по программе, чтоб с пеленок отдаленным рос ребенок. Спасибо музыкантам за праздник и смех, за то, что есть таланты теперь у нас у всех. Он работу начинает и с вещком всегда зевает. Расседайся, становись, упал, отжался, подтянись. Разминку быстро проведем и в игры мы играть начнем. Бегай, прыгай, не робей, мы спортсмены, эй-эй-эй. И кричит вся детвора Николаевичу «Ура!». Желаем, чтобы в дальнейшем у вас складывалось только все на отлично. Чтобы вы смогли находить сил, терпение и любви, чтобы во всем поддержать вашего ребенка.